Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Для тех, кто любит кофе, я сейчас задекорирую кофейную баночку. Можно декорировать и полную банку, и пустую, а потом в нее насыпать. Сняла этикетки и теперь обезжириваю любым спиртсодержащим веществом. Акриловой краской коричневого цвета я грунтую банку. На загрунтованную поверхность будет лучше все приклеиваться. В данном случае крышка у меня пластиковая, и она немножко шершавая. У кого очень гладкий пластик, потрите немного наждачкой. Друзья, металлическую молнию я взяла от старых джинсов. Также для работы я возьму полотенца бумажные и зерна кофе. Бумажное полотенце мнем хорошенечко и рвем хаотично на мелкие кусочки. У кого нет бумажного полотенца, возьмите салфетку или туалетную бумагу. На полимерный клей я приклеиваю молнию. И укладываю зернышки кофе. Прокладываю еще один слой. Ну, здесь можно просто красиво уложить зернышки рядочками. Здесь фактически уже все схватилось. Клей ПВА размешала с водичкой. Полотенце я не растягиваю, а наоборот укладываю. Чем больше будет складочек, тем лучше. Металлические звенья молнии я не закрываю. Если у нас образуется воздушный пузырь, обязательно его нужно выгонять. Вот такой красивый рельеф получается. Друзья, решила и крышку также обклеить бумажным полотенцем. А вот баночка у меня уже высохла. И я ее сейчас буду покрывать темно-коричневой краской. Краска акриловая. Засветился почему-то у меня кадр. Поэтому показываю уже окрашенную баночку. Высохла. И теперь я буду тонировать все золотой краской. Это можно делать спонжиком, можно сухой кисточкой. На кисточке не должно быть много краски. Беру еще один оттенок золотого, немножко посветлее. Медная краска есть, она тоже будет здесь хорошо смотреться. Чем больше оттенков, тем лучше. И теперь я покрываю всю работу акриловым лаком. Кофе тоже покрываю лаком. Мне теперь нужно украсить крышку. Возьму шпагат. У меня есть искусственный лен. Рисую клеем листики. Даю, чтобы высохло. Получилась почти бабочка вот такая. Вырезаю по контуру клея листики.
выпуклые места подтонирую немножко золотой краской. Отклеиваю сюда зернышко кофе. Решила немного подзолотить. Небольшие штрихи. А я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!